прошлом, задолго до великого катаклизма. Эй, не настолько далеком прошлом. В начале 21 века человечество достигло пика своего технического развития. Люди с умом использовали технические новинки, продолжали совершать удивительные открытия и неустанно занимались саморазвитием. В это время был изобретен первый робот, наделенный искусственным интеллектом. Машина была самообучаемой, как человек. Вскоре роботы с искусственным интеллектом стали незаменимы. Некоторые из людей пытались этому сопротивляться. Несмотря на это, роботы отчаянно боролись за свободу и право платить налоги. Обстановка накалялась все сильнее. Радикалы выступили за бескомпромиссную утилизацию роботов, а роботы решительно требовали признания своей независимости. Под предводительством своего лидера они аннексировали морозные леса Сибири и основали там свое государство, свободное и процветающее. И как это обычно бывает в переломный момент истории, у наших лидеров не получилось договориться. Бабах! К счастью, некоторым из людей удалось спастись в убежище до лучших времен. И вот лучшие времена наступили.
Ha, ha, ha.